Дмитрий Нагиев обругал и высмеял Егора Крида за неподобающее поведение на премии Муз-ТВ. Шоумен в резкой форме сделал молодому певцу замечание прямо со сцены. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. В Москве состоялась премия канала Муз-ТВ «Трансформация». В спорткомплексе «Олимпийский» собрались десятки звезд музыкальной сцены. Многие из присутствующих исполнителей номинированы на призы в различных категориях. Другие же пришли поддержать коллег и близких. Ведущими церемонии по традиции стали Ксения Собчак и Максим Галкин, а также Дмитрий Нагиев. Однако в этом году на сцену не выйдет Лера Кудрявцева. Находящуюся в положении телеведущую заменит Анастасия Иблеева, известная телезрителям по проекту «Орел и Решка». Разумеется, в такой яркой компании не обходится без шуток и подколов. Несмотря на то, что с начала премии не прошло и часа, Дмитрий Нагиев уже успел высмеять со сцены Егора Крида, претендующего сразу на 4 награды Муз-ТВ. В тот момент, когда Нагиев и Ивлеева стояли на сцене и готовились объявить победителя в одной из номинаций, внимание ведущих привлек сидящий в зале и громко разговаривающий Егор Крид. «Егор, ты можешь не болтать? Тебе там хорошо сидеть, а мы тут работаем», – не выдержал Нагиев. «Да-да, еще и фотки мои перестал лайкать», – мгновенно поддержала коллегу Ивлеева. Тут терпение шоумена окончательно лопнуло. «Еще скажи, что и мои фотки не лайкаешь». После того, как камера вывела на большой экран изображение Крида, певец пожал плечами и покачал головой. Отрицательный ответ был встречен всеобщим хохотом и резкой репликой Нагиева, заявившего «Тьфу, ган...». Напомню, что Егор Крид пришел на премию «Трансформация» без победительницы 6-го шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной. Поклонники пары ожидали совместного выхода музыканта и его спутницы, однако на красной дорожке Крид появился в сопровождении родителей, лишь подогрев слухи о расставании с Клюкиной.